Сотрудники ГИБДД по городу Орску задержали злоумышленника, который в период с 29 марта по 14 апреля совершил 3 угона автомобилей отечественного производства. В 2 случаях злоумышленник был пьян, а целью угона автомобиля стало желание покататься. Третьей жертвой угонщика стал владелец ВАЗ-2105 Павел Гейтс, который утром 14 апреля вышел из дома, чтобы отправиться на работу, но не обнаружил своего железного коня. В районе 9 часов, собираясь на работу, я обнаружил отсутствие своего автомобиля на парковочном месте. После чего я сразу же сообщил об этом в полицию. В районе 10 часов вечера, то есть спустя 13 часов, мой автомобиль был обнаружен, о чем мне сообщили по телефонному звонку. И похитители были также пойманы. И автомобиль был мне возвращен, можно сказать, через сутки после его пропажи. В связи с чем я хочу действительно объявить огромную благодарность сотрудникам полиции за... Что бы ни говорили, они действительно работают, и это было видно невооруженным взглядом. Всем огромное спасибо. Можно сказать, моя кормилица вернулась. Вечернее время. С 9 до 10 проехал по адресу Ковыльная, 10. Мной был замечен автомобиль, который не доезжает до меня, двигаясь по улице Ковыльная от улицы Энергетиков, не доезжая. Меня остановился, то есть с вами вызвал подозрение у меня. Подойдя к данному автомобилю, я увидел, что за рулем находится человек, который ранее мной был также задержан по статье 166 угон автомобиля. Я у него спросил, чей автомобиль и что с подозрительной перчаткой у него надеты на нем. Он ответил, что это его автомобиль. Через дежурную часть мной было установлено, что данный автомобиль этим же днем находится, числится в розыске по ориентировке в угоне. Данные граждане были задержаны. Вызван автопатруль ГАИ для составления административного материала, так как он не имел права управления. И от него исходил запах алкоголя. И вызвана оперативная следственная группа. После составления административных процедур данные граждане были доставлены в Октябрьское РУВД для дальнейшего разбирательства.